Здравствуйте, это игра Клондайк. Я предлагаю вместе отправиться в четвертый заключающий лабиринт. Тут нас ждет уже контрабандист, и давайте посмотрим, что же он нам предлагает. Так, верстак, суперверстак, цветочная оранжерея, сборщик золотых статуй, динамит, флюгер, печать, машина шерифа. У меня 2000 есть. И разные такие вот декорации. Ага. Стимулятор можно один взять. А, не один, сколько хочешь можно брать, да? Зажигательная смесь. Счастливые монетки. Я даже не знаю, брать ли мне. У меня их два уже есть. Ну, это вот по одной штуке я, конечно, взяла. Цветочная оранжерея. Мне она не нужна. У меня есть. Ну, все. В общем, надо расчищать остров. Тут ничего нового, правильно? Все как везде. Должны понимать, что не на каждом острове будет контрабандист, поэтому, если вам надо, вам надо будет сначала собрать монетки, если у вас их нету, а потом ждать каждый шестой остров, чтобы встретиться с контрабандистом. Так, размеры, давайте посмотрим. Размеры вроде обыкновенные, я помню, что было в прошлый раз, поэтому на всякий случай посмотрела. Я больше не жду своего компаньона, я так понимаю, что она сейчас не играет, она дня три не появлялась, я ее ждала, не чистила, чтобы не пропадала энергия. Но теперь понимаю, что если я буду ее ждать и дальше, я не успею пройти лабиринты. А у нас же еще бесконечных надо пройти определенное количество, чтобы получить подарочки. Жалко это упускать. Пусть уж меня компаньон простит, что я ее не дождалась. Так, цветочечки. Я сделала немножко яблочек. Жалко, что только на первой локации у нас была эта коллекция цветочная. Я думала, он во всех лабиринтах будет. Думаю, ну вот мы собираем. Ничего подобного. Этот лабиринт у нас заключающий. Для того, чтобы получить подарок за прохождение лабиринтов. Так что чистим и забираем свои подарочки. Где ж проходик? Не обнаружен. Он такой, видите, более такой травянистый этот лабиринт у нас. Интересно, эти камни будут на сколько ударов? На 60 в этот раз. Они меняют то 60, то 70. Под настроение. Так, тихо, вот 50. Кстати, я была не права. Здесь на локации попадается голубая орхидея, а в ней как раз цветочная коллекция. Я сразу на это не обратила внимания. Так что цветочная коллекция здесь есть. И она таки немножко еще здесь пополнится у нас. Конечно, накопала я ее всего здесь очень-очень мало. Но все-таки она есть. Это радует. Так, идем дальше. Тут такой заборчик серенький, невзрачный. На первых островах был такой красочный. Да, яблок я маловато привезла.
еще энергетики есть, есть чем играть. Ну, пока крупного ничего не было, кстати. 60 ударов это было самое большое. Это кабушки. Все остальное поменьше. Ну и хоть глинку вот там на этом острове нам дают. И это радует. Ну, между прочим, нашла глину на 95. Это радует. Все ее сразу уберу, чтобы она не стояла. Девяносто пять есть. На удивление, дойдя до четвертого лабиринта, у меня пока еще держится 900 чем-то штук плюс 40. Да, я понимаю, они, конечно, потратятся, но пока есть запас. Скажем так, еще неприкосновенный, пока мисс не потратила. Ну, это потому что ждала, почти ничего не чистила, ждала компаньона. Так бы, может, уже ушло бы. Продвигаемся. Наш лабиринт вглубь. Ага, глинка. 50. Тут поворотик один обнаружен. Видите, у нас получается в эту часть я могу пройти только уже с самого конца. По-другому не пускают. Везде заборчики. 40, 50. Поехали. Так, уже этот кусочек пройду, чтобы уже к нему не возвращаться. О, нужная вещь. Так. Главное не переесть. 60. А видите, здесь пока на 60 не уберешь, доступа не идет дальше. Он преграждает весь путь. А сюда по-любому надо, потому что здесь чемоданчик и поврежденная штучка наша. Так. До тех пор, пока не откроешь, не узнаешь, поврежденная или нет. Этот остров пройду, уже потом буду начинать меняться торговца. Сначала, как всегда, дежурные наши рулетки и мини-пекарни. Опс, а потом все остальное. Так, это убрать. Так, и 45 надо убрать. 36, 43, 45. Так. Ой, что не то съела. Да, елки-палки. Ладно. Сейчас исправим ситуацию. Еще не то. А это сколько? 62. О, такой первый попался. Так, 21. 41, 42, 43. И плюс 50. 93. Где ты? Монеточка. Бежали. Нам сюда. Это забрать и идти убрать камушек. Так, сколько? 62. 42. 62. Поехали.
Ой, что-то я не то. Не под силу, говорят, Надя. Так, под силу. Цветочечки. И вот в углу еще цветочечки. Только быстро поесть. У нас проходик. Так, тут надо вот убрать, то ничего не видно. Все, можно заходить. Дальше. Тридцать. Ой. Сорок. Пятьдесят. О, вот еще 68 есть. Так, где мои? 68. Цветок, цветок, так. Ага, вон в углу еще цветочки в коллекции. Итак, я дошла до центра лабиринта. Осталось еще одну активировать. Отлично, ищите подарок на домашнем складе. Мы нашли его. Лунный источник. И теперь нас ждут бесконечные лабиринты. Так, это все надо открыть, собрать. Все свое. Так, открылись теперь лабиринты, и мы будем получать. Получается, результаты 268, 232, 126 уже активно проходят. Я начну их проходить сегодня. Не надо было мне сразу ждать своего компаньона. Ну, я ж не знала, что она не играет сейчас. Конечно, потеряла немножко времени. Но я не переживаю особо. Я думаю, что я успею пройти свои дежурных 60, наверное, да, до лабиринтов, чи 55, я не помню, чтобы получить подарки. Так. Обратите внимание, здесь на острове стоит, да, этот, скажите мне, контрабандист. А синих я вроде не видела. Только красные. По идее, этот контрабандист забирает то, что у нас оставалось раньше. Что будет в следующем? Может, то же самое, кто его знает. Я не очень люблю заряжаемый динамит, он мне не надо. Я им вообще не один раз пользовалась или два. Он меня не впечатлил. У меня, по-моему, сколько их тут есть? Такие, такие. Мне этих хватает. Не хочу, я такое менять не буду. Так, надо будет пооткрывать все свои сундучки и меняться с торговцем. Вот это да, это надо. Ну и на этом все. Я видео буду заканчивать. Всем до новых встреч. Встретимся в лабиринтах.